использовать в корыстных целях. Нет, показывайте. Я вам говорю. Представьтесь, кто вы? Инспектор должен патрульной полиции, младший лейтенант Джеймс Хант. Ага. А вы кто? Номер жетона 0343. Есим Ханов. Дархан Булатович. Угу. Инспектор службы взвода патрульной полиции. Патрульной полиции. Так, до какого? До 2022. А у вас я не ознакомился. Вы камеру чуть спустите, я вам лично покажу, хорошо? Вы кверх ногами держите, переверните. Так, Жунис Ханов, Адельбек, Тлеугапиловы, инспектор взвода патрульной полиции. Так. А Кудебаев что, в области сейчас? Да, его перевели к нам. Ага. А у вас... По-моему, что там не Кудебаев у вас. Так? У вас, по-моему, не Кудебаев там. У меня сейчас, да, сейчас а почему? А как? Генерала будем переводить. А как вы сейчас вообще как? С одного этого и разные эти? Тогда Урумханов был у нас. Ага. Когда я получил удостоверение, Урумханов был. Недавно перевелся Кудебаев. Понял. 0847, да, у вас? Который? Жетон? Да. Да? Угу. Нет, 08, не 03. Масок почему нет? Почему подошли ко мне без головного убора? Как подошли? А? Подошли без головного убора. Стоит. Неформенной одежды. У меня... Давайте, ладно, перейдем к вашему нарушению. По хорошо? Факту мне видео давайте. Предоставьте, пожалуйста. Потом давайте, видите, давайте. Хорошо, уважаемый. Почему без масок? Можете выйти с машины? Не буду я выходить. Для почему чего? Не для чего? По требованию сотрудника полиции. Ну, я выйду и зайду. Вы ваше водительское удостоверение, справку регистрации транспортного средства предоставьте, пожалуйста, согласно пункту 2.1.1. Основание. На основании технического состояния вашего транспортного средства. Доказательства. Внешние световые приборы не горят. Доказательства. Не как доказательства? Просто сами выйдите на улицу, посмотрите. Зачем мне выходить? Свои видео покажите своим. А как я должен показать? Зачем? Скажите. Как включите зачем? Все ваши световые приборы. Вы что, на станции техобслуживания, что ли? При чем тут эта станция техобслуживания? Вы, вы сами нарушаете, раз. Как нарушаете? Поворотник не включили, 595-ю статью, пожалуйста, часть первую нарушили. Предоставьте доказательства. Доказательства вот, видите? Нет, вы предоставьте, мы вам уже говорим, предоставляем вам этот... Я предоставлю, я все видео, все ваши правонарушения отправлю. Хорошо, отправляйте, да. Куда и вот надо. То, что я вы без говорю, маски общаетесь, заражаете. Документы предоставьте, ваше водительское удостоверение, справку регистрации транспорта. Я говорю, основания, доказательства моего вам... правонарушения. Какое доказательство? Я вам собираюсь показать ваше техсостояние вашего что? Транспортного средства. Понимаете? Протокол не... выписываете? Ну, я вам говорю, сперва выписывайте протокол. Предоставьте ваши документы. Протокол пишите, документы. Я все предоставлю. Хорошо, дай планшет. Доказательства. И сертификат на планшет не забудьте. Сертификат? Ну, конечно. Это сертифицированное устройство или нет? Конечно, сертифицированное. Если не сертифицированное, доказательства добыты незаконным путем. Они недействительны. Незаконным путем? Конечно. Например, к примеру, да, возьмем, вы убили человека и вас сфотографировал какое-нибудь гражданское лицо. Если у него телефон не засертифицированный, то что это считается ваши доказательства? Он гражданское лицо. А вы должностное при исполнении, вы обязаны пользоваться только сертифицированными приборами. Вот у вас жетон висит. Согласно административному. Почему кодекс? Он у вас жетон у того на груди висит, а у вас на погоне? Почему? Это не имеет значения. Как это не имеет? Вот, на погоны цеплять? Да. Это предназначено для этого. Вот, гражданин, вы угу. Если не знаете вообще про нашу службу угу. Ничего, лучше не говорить, хорошо? Да? Завтра, я если не вы знаю. Это будете выкладывать в сеть, вам же... Конечно, буду. Вы же сами опозоритесь, не надо лучше. Прямая трансляция идет. Хорошо. Так вы будете предоставлять? Водительское удостоверение и справку регистрации. На законных основаниях. Я вам по требованию, законному требованию. Я уже тысячу раз повторил вам. Не подчиняйтесь представителю власти. Согласно пункту 2.1.1. Гражданин, еще раз я вам повторяю. Именем основания закона, есть? Именем закона предоставьте ваши документы. Когда вы говорите именем закона, это статья 19 закона об органах внутренних дел, вы обязаны прикладывать правую руку к головному убору и произносить слова именем закона. Подучите вы закон. Вы будете предъявлять ваши документы? Буду на основании на закона. Статьи 590, часть 5. И что? Я вам сейчас любую статью назову и скажу отжаться здесь. Вы будете это делать? Отжаться? Вы кто такой, чтобы мне приказывать? Гражданин Республики Казахстан. А я должен вас. А вы кто такой, чтобы просто так меня остановить без причины? Я вам объясняю причину. Докажите мне. Нарушение. Покажите, вы мне даже не показываете. Вы можете выйти, вы сами можете посмотреть. Выйти. А зачем мне смотреть?
Вы, то есть, 100% уверены в своем транспортном средстве? Конечно, да? Я уверен. Хорошо. Сфоткай все вот эти ваши приборы. Я включать ничего не буду. Вы что? Вы, может, еще с окна сбросить? Гражданин, смотрите, да, вы в данный момент, получается, отказываетесь выполнять требования сотрудника полиции? Да? Нет, не отказываюсь. Смотрите. А в чем тогда проблема? Только законные требования сотрудников полиции. Без фар ехали, да? Конечно, без фар. Подождите, вот она. Наша фара освещает она как положено. Вот она, вперед освещает, вот видите. Вы даже снимаете, даже что снимаете, сами не знаете. Гражданин. Ну давайте, давайте, оправдывайте. Я не оправдываюсь. Давайте, давайте. Мы что с вами? Вот видите, наши фары горят вот прям при повороте. Вот, видно. Вот видели? Только смотрите, что? Только смотрите. Что видели? Что выключили видели только что? Как нет. Вы фары выключили? Вот нет, смотрите, смотри, вот, смотрите. Вот, вот, вот фара. Вот смотрите, вот руками не трогайте планшет. Смотрите, не трогаю. Смотрите. Вот она фара. Вот до конца ведется фара вот так. Вот раз выключили, нет. Все. Ничего не выключили. Ага. Нет, ничего не выключили. Фары горят. Давайте еще раз. Фары горят. Вот еще раз. Фары горят. Назад перемотайте. И мое правонарушение покажите, мое. Я вот еду вот за вами, вот она. Вот у вас. Где? Сзади не горит освещение. Все горит, да? Там. Все у меня горит. Не горит. Все горит. А у вас фары не горят. Уважаемый. А госномер, вас... покажите госномер автомобиля. Возможно, это не мой автомобиль. Нет, это ваше. Кто у вас старше? Старший есть ответственный? Ответственного тогда вызовите. Конфликтная ситуация. Старший экипажа я. Ну, вы понимаете, вне закона работаете. Вне закона? Да. Вне закона. То есть вы сейчас хотите по беспределу. В смысле по беспределу? Оформить. Уважаемый без доказательств. Гражданин, водитель. Смотрите, если мы сейчас... Во-первых, не водитель. А кто? Пассажир. Вы знаете, кто такой водитель? ПДД откройте. Водитель – это лицо, управляющим автотранспортным средством. А вы что делаете? А я сейчас сижу, я пассажир. Я не в движении нахожусь. А вы пешеходы. У вас статус поменялся. Вы пешеходы, я пассажир. 476, да, госномер? Не знаю. Нет, хорошо знаете. Вот. Без понятия. Все есть на видео, Жена? Нет. Ну, пишите протокол, в суд отправляйте. Как вы нам говорите, что пишите, откуда мы знаем вот это? Ваши документы предоставьте, пожалуйста. Я предоставлю протокол, начните составлять. Номер протокола я запишу. Вы скажите, тогда ЕИНТ продиктуется. Евгений Викторович, зачем? Можете предоставить ваши документы? Я предоставлю для каких целей? Для составления административного материала? Статья 590, протокол, да? Часть 5, да. Часть 5. И вы там вправе указать то, что вы с нарушением не согласны. Конечно. А также будете обжаловать в суде в течение 7 рабочих дней. Хорошо? 7? Так точно. Ага. Еще вопросы какие-нибудь есть? Ну давайте, несите протокол. Несите протокол? Вот да. Он у нас. Угу. С доказательствами. С доказательствами знакомы. Гражданин, сейчас, если вы не будете выполнять требования сотрудников полиции, я должен буду принять физические меры в отношении вас, хорошо? Физические? Так точно. Для неподчинения, вы не подчиняетесь. Почему? Мы будем так и целовать. Вы будете писать протокол? Нет, смотрите. Откройте бланк протокола, чтобы я видел. Бланк протокола? Ну вот, в планшете вашем. Откройте номер протокола, чтобы все я видел. Ну как номер? Номер протокола. Мы еще не создали ваши документы. Вы создайте. Ну ваши документы предоставьте для этого. Ваши мы же не знаем. Так вы доказательства мне не предоставили. Вы можете выйти посмотреть. Зачем мне смотреть? Вы мне покажите, что у меня не горел световой прибор. Нет, у вас номерное освещение за ней не горит. Световой прибор, который не подсвечивал государственные номера. Вы мне видео покажите. Вот. После того, как я убежусь, что так-то, так-то, без проблем. Нет, вы смотрите, вы странный человек. Так как... вы мне сейчас скажете, я убил человека, допустим, он там за поворотом. Вы мне скажете. Я говорю, нет. А вы мне говорите, а мы да. Не так. Почему нет, мы при чем тут? Какая разница? А вот вы мне сейчас так говорите. А вот вы мне сейчас говорите. Вы сами без фар ездили. Нет, смотрите, гражданин. Так вы сами без фар ехали. Вы понимаете? Знаю, там, YouTube, да? Я ничего не смотрел. Я вам говорю, если да, вы блогер, журналист, это да, это ваша работа. Так наверное, вы без фар ехали? Хобби. Мы вы без фар ехали. С фарами ехали? Без фар. У вас доказательства. Вы выключали. Вот это видео с жетонов, с регистратора, с планшетов будет истребовано. Потом вы что будете говорить? Ничего мы не будем говорить, потому что с нашей стороны никого так вас уволят. Нету. Как это нет? Хорошо, уволят.
Хорошо. Я завтра к Кудибаеву пойду. Все, вы правы. А у вас кто там? Генерал-майор, да, Кудибаев? Так точно. Ага. А у вас кто? Как? У вас кто? Начальник. Начальник тоже самое. Кудибаев. Так значит, у вас этот фальшивый уже документ. Как это вы не, ну так, он. Вы просто он так до решили, сих пор да, в органах? Получается? Он до сих пор в органах? Так точно? Все. Вы будете предоставлять ваши документы? Буду. Буду доказать. Вы мне доказательства покажите, что я нарушил. Ответственного позовите. Вызовите ответственного. Я так документы не даю по беспределу. Я не знаю свои. Я что, какой-то баран, что ли, свои номерные эти? Мы вам ничего не говорим насчет этого. Вы предоставьте, пожалуйста. А вы скажите ИН свой. Вы требовали ИН свой, скажите. Мы вам сказали. А вы обязаны по статье 19.5.1 закона об органах внутренних дел. Вы будете доказательства предоставлять? При вашем движении мы обязательно это докажем. Нет, доказательства будете предоставлять? Вас, я выхожу. Выходите. Вот. Доказательства будете предоставлять? Ну что? Не буду вас включать. А как вы это не включите и на этот? Что? Номерной у вас не светится? Что светится? Покажите. В движении покажите, что не светится. В движении показать, что ну, не светится? Ну, конечно. Хотите, чтобы мы доказали вам? Да. Хорошо, дальше можете проехать. Я вам докажу. Поезжайте, если вы хотите. Вы от меня что хотите? Я вам говорю, у вас нарушение технического. И дистанцию держите. Сейчас карантин. Коронавирус. COVID-19. Все дела. Правильно? Правильно. Все. Нет, а что вы меня травите? Возможно. Вы свое и наше время тянете. Так я ехал домой, вы меня сами остановили. Вы вас остановили за причину. Для чего? Докажите мне причину. Как докажите? Вы хотите по беспределу оформить? Смотрите. Нет. Хотите по беспределу оформить? Оформляйте. По беспределу не будет. Ну а что? Гражданин, согласно административного кодекса Республики Казахстан, статьи 802, при визуальном обнаружении сотрудникам полиции, да, мы не обязаны специальных технических средств предоставляет вам какое-либо доказательство, если оно фактически имеется у вас сейчас в данный момент. Вы просто сейчас хотите увильнуть от закона, от административной ответственности, понимаете, да? Нет. Вы ехали без фар, докажите, понимаете? Докажите. Докажите. Докажите, что я ехал в движении без включенных этих огоньков, которые госномер подсвечивают. Докажите. Вы ехали с фарами. Ехали, разберутся. Просто докажите мне без проблем протокол составляйте. Давайте. По-любому этот протокол будет обжалован. На вас я еще жалобу составлю, потому что без головного убора подошли ко мне. Когда? Я с головным убором подошел. Да, вот. Доказательство есть у вас. Я как положено. Гражданин, вам не надо просто так клеветать сотрудника, хорошо? Никто не клеветает. Просто совесть надо иметь же, правильно? Совесть. Вам тоже конечно, надо иметь. У меня все есть. Я, у меня понимаете? Тоже все есть. Все законно. Я. Да. Нарушаю? Угу. Нарушаю. А ваша задача доказать и оформить. Все. Я могу вам ходить на красный ездить. Могу хоть нет, как ехать. Нет, вы не да? должны здесь. А для чего вы тогда нужны? Скажите. Если все такие ПДД соблюдают, вот вы зачем нужны? Тогда надо расформировать. Зачем нет, я со своего кармана? Нет, со своего кармана вам зарплату плачу, вам плачу. Для чего это? Если все у нас прекрасно, вы не нужны тогда, к правильно? К сожалению, у нас в стране имеются люди, такие как вы, нарушают свои ошибки не хотят признавать, понимаете, да? Так вы докажите. Доказательства есть у вас? Все докажите хорошо, просто, ладно, все хорошо. Мы вам попозже предоставим доказательства, хорошо? Сейчас вы свободны, извиняюсь за задержку, можете ехать дальше. Нет, ответственного позовите. А? Ответственного. Какого будьте ответственного? Звать? Какого ответственного? Ну, ваше ответственное. Я старший данного экипажа, бег 250. Вообще, по Копчегаю есть ответственность? По Копчегаю? Да. Да, он, к сожалению, находится на проверке в Алматинской зоне отдыха. Угу. Все ясно.
Еще вопросы какие-нибудь? Еще вопросов нету. Вопросов нету? До свидания. Все, удачной дороги, господин Евгений. До свидания. Хорошо? До свидания. Не господин Евгений, а мой господин. Ремни пристегните, ремни. Вы еще никуда не тронетесь. Вот случайно. Как тронетесь, не забудьте пристегнуть ремни. Так, одна лампочка у них не работает. Можно обратиться? Да, конечно. Вот выйдите сами и посмотрите, у вас у самих госномер не подсвечивается. Почему? Ну вот выйдите. Вот, спро... вот смотрите, в вашем транспортном средстве две лампочки. Вот, одна работает, вторая не работает. Смотрите, вам видна эта часть? Нет, вообще номер виден. Ладно, с вами вы бесполезно. Вы свою покажите теперь. С вами бесполезно. Нет, так у вас покажите. Нет. Евгений, вашу покажите. Вот вы ладно, поняли? Вы сами поняли, нет, да? Нет, вашу покажите. Ваш горит. У нас горит. Вы одна... свою покажите также. Я заснял. Со своей камеры подойдемте на вашу машину. У меня машина не заведенная. Я не хочу включать. Заводите, покажите. Нет, не хочу. А вот вы свою вину не признаете, хорошо? Не хочу. Не надо так это... В момент движения. Нет. Вот вы сейчас тронетесь, а я засниму, что у вас не горело. И все. Как не горело? И горит все, вот что вы будете делать? Вот оно горит. Так да? Вот, смотрите. Да. Вот. Горит. Вот. Освещение есть. Вот, 498 КП-05. Вот, одна горит, да. Вот вторая предусмотрена. Ну, давайте, вы вот. Заводите вашу, проверим. Хорошо? Так я не обязан. У вас еще двигатель подтраивает. Надо на техобслуживание вам заехать. Ну, мы знаем. Давайте травите, ваш... у вас 100% ЦО. Что, надо вас это загнать и оформить по 334 статье, угу. Части 1. Угу. Ваши экологии. Заводите? Ваши. Уважаемые граждане, ваши заводите. Все, что вы ко мне докопались? Нет, вы меня отпустили. Нет, еще. Какие-то вот, претензии нет, есть? Я гуляю. Вопросы. Я гуляю. Вы гуляете, да? Конечно. Я гуляю по аллее, прогуливаюсь. Какой воздух прекрасный в Копчегае.